Всем привет, я Маша, журналист программы «Тайный агент». Одна из наших серий называлась «Сладости». Сладости была очень интересная тема, очень многого нового узнала. В частности, что в подземных переходах тортики лучше не покупать. Мы прошли по нескольким подземным переходам, по таким маленьким лавочкам возле метро, возле больших крупных каких-то перекрестков. Взяли на анализы те торты, которые там продают, и оказалось, что в них, во-первых, кишечная балочка, во-вторых, еще много там разных бактерий, которые совсем не приносят никакой пользы нашему организму. Почему? Дело в том, что сами переходы для продажи сладких изделий абсолютно не предназначены. Там проходит очень много людей, плохая вентиляция, и из-за этой плохой вентиляции там действительно скапливается очень большая концентрация каких-то вредных веществ в воздухе. Вот эти вредные вещества оседают потом на тех тортах, которые там продают, причем продают их еще часто не в холодильнике. Вот так вот они просто лежат среди конфет, среди печений. То есть печенью-то еще ничего, а вот кремовую тортику там Наполеону, который вот в такой атмосфере находится, ему это действительно вредно, потому что все те кремовые структуры, вот нежные там сметанковые, масляные кремы, все то, чем прослоены Наполеон, медовик там и так далее, они очень восприимчивы к таким вот вредным веществам, и в них действительно могут очень быстро развиваться бактерии. Так что лучше зайти еще, пройти еще 100 метров, зайти уже в кафе, где точно продают это все в холодильнике, при вас откроют, принесут из холодильника, и вы сможете приятно вкусить ваш десерт. Вот так, надеюсь, что я оказалась вам полезна, и всем до новых встреч!